Рязанские полицейские сумели выявить и пресечь деятельность организованной преступной группы, которая в Рязани соорудила так называемую финансовую пирамиду. Злоумышленники действовали по известному принципу, когда доходы в общую кассу вносят прибывающие вкладчики. Впрочем, сообщается, что мошенники усовершенствовали принцип отъема денег у населения. Например, организаторы пирамиды предлагали вначале своему клиенту погасить за него образовавшийся долг. Но за это человек затем должен был зарегистрировать на себя какой-нибудь ИП или ООО и взять в банке кредит, якобы для развития бизнеса. Никто отдавать этот кредит за обманутого человека, естественно, не собирался. Полученные таким образом деньги злоумышленники тратили на дорогие машины и недвижимость. По предварительным данным, среди обманутых вкладчиков могут быть сотни рязанцев. Сумма выявленных хищений превышает 100 миллионов рублей. Сейчас все организаторы и участники задержаны. По факту мошенничества в офисах организации ведутся обыски.